слабая, и что она только зашла, и начинает говорить больше, говори, проявляйся, давай, открой свой рот, и так далее. Хотя знает, насколько сама была участницей, как, насколько это стрессовая ситуация для всех, и все по-разному себя ведут в этой ситуации. Вот. И как вчера сказал Максим, и он очень правильно сказал, и я просто не успела, у меня рот замерз, и не успела выразить свои мысли, что Яна собирает камни, и это правда. Потому что она везде подгаживает всем, да, ребятам, девчонкам. Я даже сейчас Крис стою, когда набираю этот снег, я говорю, о, говорю, подруга твоя, я думала, они дружат, я, видимо, что-то пропустила, она говорит, я ее ненавижу. И знаете, я просто понимаю, что каждый, ну, есть мнение у каждого, что Яна, ну, очень долго на проекте, и у нее есть некий такой иммунитет ее внутренний, что она может делать все, что хочет, говорить все, что хочет, затыкать, говорить, что мозг с орешек и так далее, а потом только